Добрый день. Традисканция. У каждого, наверное, в доме найдется какая-нибудь из видов традисканции. Лучше всего растение развивается в нежарких помещениях с ярким рассеянным светом. В условиях городской квартиры это подоконники окон, выходящих на западную сторону. При этом надо воспользоваться подвесными кашпо полками, чтобы красивые плети ампельного растения свободно свисали вниз. На южной стороне часто требуется сооружать затенения в летние месяцы. Прямые лучи солнца оставляют ожоги, которые могут погубить поврежденные листья. Только пестролистным формам обилие света важно для образования ярких полосок на листьях. Оптимальной величиной температуры, необходимой для комфортного роста традисканции, считается 24-26 градусов, а зимой 10-12. Растение любит влажную почву без излишней сырости. Летом ее поливают и регулярно опрыскивают для поддержания влажной атмосферы, напоминающей условия дикой природы. Для выращивания традисканции рекомендуется использовать питательный, хорошо дренированный, нейтральный или слабо кислый грунт. Размножение является простым за счет хорошей приживаемости стеблевых черенков. Делать это можно в любое время года, поставив срезанные черенки в воду. Пересадку растения рекомендуют проводить весной каждые 2 года. Быстрый рост побегов часто приводит к потере декоративности растения. Для поддержания эффектного красивого горшка надо регулярно обновлять цветок. Тем более, что это делается легко за счет черенков. Можно воспользоваться и делением куста. Ну и несколько видов традисканции. Давайте посмотрим. Традисканция белоцветковая. Традисканция зебрина. Традисканция приречная. Традисканция покрывальчатая. Удачи вам, дорогие мои! Всего доброго и до свидания!